Жители республики от имени различных компаний регулярно получают извещение, что им необходимо установить в квартирах газовые счетчики. Вот такие листовки уведомляют, что некая компания, которая называет себя «Газовая служба Чебоксары», объявляет о начале проведения плановых работ по установке квартирных газовых счетчиков. Притом установка будет проводиться по новогодней акции со скидкой в 500 рублей. В «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» заявляют, что установка газовых счетчиков не обязательна, если в квартире находится только плита для приготовления пищи. В конце 2014 года закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Но услуги по установке счетчиков некие предприимчивые люди продолжают навязывать. И это уже похоже на мошенничество. Появились компании, которые занимаются установкой звучат. Одним из руководителей я встречался уже, я его предупредил лично, что от имени «Газпрома» газораспределения Чебоксары не надо работать. Они представляют газовики, а наш народ, с одной стороны, очень добрый, хороший, доверчивый гражданин, который имеет оборудование для использования природного газа, если он потребляет менее 2 км в час, по-другому говоря, если у него только газовая плита, не обязательно установка узла учета, чтобы вы поняли. И будьте внимательны с этими компаниями.